Поражающее воображение программа. 4 июня в Донецкой филармонии звучит музыка из кинофильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «12 стульев», «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни» и других киношедевров в исполнении симфонического оркестра и солистов филармонии. Музыку российского кино представляет заслуженный артист России Анатолий Осилков. Начало программы в 16 часов. Джаз, джаз, джаз! 5 июня два концерта. Джаз из Москвы. В программе великолепные российские джазмены, а также специальные гости. Ансамбль Станислава Лавриненко и группа «Круиз-контрол». 5 июня. Не пропустите, билеты в кассе филармонии.